дорогого свата Геннадия Ивановича Чекеля из города Гродно. 60-летним юбилеем поздравляют сваты из Щучино. 60 для мужчины не возраст, это мудрость и жизни расцвет. И не место для грусти, печали, впереди еще множество лет. Ты достиг уже многого в жизни, и семья, и карьера, мечты. Все сложилось удачно и честно для такого трудяги, как ты. Принимай же сейчас поздравления с юбилеем, красивой датой. По традициям и вдохновением жизни долгой желаем, богатой. Пусть здоровье крепчает и только. Улучшает пускай жизнь успехи, есть для гордости повод, поскольку тебя любят и внуки, и дети. Ну что тебе дарить, чем только удивить? Все у тебя по жизни есть. Любимая семья и верные друзья, все собрались сегодня здесь. А может, время первый тост поднять и в этот вечер пожелать, чтобы все было и ничего за это не было, чтобы фартило, всегда на грани не были. Только не торопись мгновения, и долгим будет век. Прими мои поздравления, хороший человек. Еще сказать, слова откуда взять, чтоб за минуту обо всем. Терпение, чемодан, здоровье, океан, все остальное наживем. А может, время то второй поднять и в этот вечер пожелать, чтобы все было и ничего за это не было, чтобы фартило, всегда на грани не были. Только не торопи мгновения, и долгим будет век. Прими мои поздравления, хороший человек. Чтоб в доме мир и лад, улыбок во сто крат, а грусти меньше хоть на треть. Своди мечтам мосты, с ветрами будь на ты, и за любовь спеши гореть.